Вот они. Макс ныряет. Да. Всем привет, друзья, это видеоблог «Две хаски». Хахаски. Мы сегодня на Яузе. Народу много. Офигеть, вся стоянка. Максим. Привет. Рассказывай, как оно? Отлично. Сейчас машину припаркуем куда-нибудь подальше. Решили специально подъехать на водоем поближе, чтобы разгрузиться. Вот, и пойдем. Народу действительно много. Так что давайте, погнали. Ну что, ребят, пришли на место, тут народа поменьше. Погодка шепчет. Пока еще ничего не утонуло у нас. Что, ребят, сейчас стою и холод. Начинаем искать полив, свал на глубинах от 5 до 10 метров. Ищем рыбу, закармливаемся и начинаем облавливать. Рыба на дне. Так. Ну все, пойдемте дальше. Так. 11 метров. Я оставлю. Ну что, друзья мои. Так, мы пробурились. Пробурились так интересно. В принципе, в каждой практически лунке мы увидели рыбу. Ну и по традиции наш закорм. Купил вот такую разбивку. Fish and Village для мотыля 1 килограмм. И купили кормового мотыля. Килошничек сейчас залетит туда просто. Берем килограмм разбивочки. И один к одному перемешиваем. Так, Макс у нас будет профессиональный мясищик сегодня. Что-то не пошло дело. И сейчас мы половину этого разбитого уже мотыля отложим обратно в газетку. Оставим на вечер. Все, хорошечно перемешаем. Хорошечно? Хорошечно. Смотрите, разбился вообще классно, просто. Блин, реально клево получился. Офигенный. Каждый отделился друг от дружки. Вот это крутяк реально получился сегодня. И меласы. Смотри, да, клево? Вообще просто. Не, он клево, да. Прям разбился. Половинку прям. Да, да, я вот хочу половинку. Класс.
Ну, пойдем как смотрели. Макс, смотри, какой окунь. Фига он заглотил, слушайте. Прикольный окунь. Это кушочек. Класс. О, что-то идет. Горбатый. Опять горбатый. Слушайте, ребят. Ну что-то дело пахнет жареным. Блин, это плохо, что на 10 метрах стоит окунь. Где подлещик, непонятно. Взял на равномерную, то есть есть такая фишка, я заметил, смотрел видео там, то, что если была поклевка, она не засеклась, попробуйте сделать после обычной проводки прям равномерную проводочку. И вот, сделал равномерную, и рыбка клюнула и засеклась. Ну, будем пробовать. Сейчас, может быть, еще поищем места. Сейчас еще походим здесь, может быть, все-таки проклюнется подлещик. Ух ты. Щука. Срезала. Да. Смотри. Отпустим девочку. Смотрите, щучка взяла, срезала. Ну так вот, ребят. Девочку отпустим. Пусть плавает. Хоп. Ушла. А мне перевязываться, ё-моё. Ребят, ну чё. Короче, клюет один окунь. Какая-то фигня. Сейчас попробую еще поискать рыбу белую. Реально один хищник клюет. Щучку даже поймал. Но вот что-то мне не нравится, если честно. Сейчас попробуюсь к руслу и попробую еще к берегу. Сделаю луночек по 4. Посмотрим, что там с рыбой. Ну что могу сказать, ищем рыбу, тут 10 метров, сейчас будем пробовать, по эхолоту показывают рыбу. Есть, опа, что-то хорошее. Что-то прикольное. О! Я его немного забагрил, думал, что-то хорошее.
Он уперся. Слушайте. Ну вот он. Маленький, но настолько долгожданный парень. Блин, классный. Классный подлещик. Да, красивый парень. Чё, поймал? А? Красавчик. Ну, сейчас это... Ну да, такой хороший подлещик. Рыбка стоит тут вот на 10 метров, 10 метров, причем смотри, да? И там 10 метров, и тут, тут такой пласт получается. Здесь, да, мне кажется, какая-то ямище. Ямище, да. Потому что вот здесь, вон там вообще два. Ну, клюнул очень аккуратно. Сделаем покушать, пока там юрок. Рыбу еще... Не важно, что это с клювом у нас сегодня. Пока. О, надо подкрепиться. Немножко. Так как рыбу не нашли, палатку еще не ставили. А рыбу найти хочется и кушать тоже хочется. Так что вот так сейчас пока перекусим по-быстрому. Накормил Юрка. Вкусно? Это просто изумительно. Прям малейший. Окунь, опять окунь. Стоит окунь. Такой вот окунек. В общем, друзья, сейчас будем ставить палатку на 10 метрах. Там я поймал сегодня единственного подлещика. В остальных лунках клевали окуня. Так что реально прошли туда, где стояли чужие палатки, люди уехали. Там тоже проклевывается окунь. Короче, какая-то окуневая зона тут. Ну вот, в этой лунке было 10 метров, и в ней клюнул один подлещик. Сейчас более-менее структурно посмотрим рельеф, чтобы не было никаких перепадов, чтобы была такая ровная площадка из 10 метров. Ну и будем кормить и кормиться. Красавчики. Так. Ну что, приятного нам аппетита. Ну что, друзья, закормились. Поехала рыбка, как всегда, есть. Вообще конкретно, смотрите, и возле воды, и где-то в полметра, и в метре от дна рыба ходит. Пока ничего не берет. Ночью, конечно, съемка затрудняется в плане света. Ну, будем выходить в эфир, если будет что-то интересное. Так что смотрите. Макс, если я вам покажу. Макса чуйка, и он разбурил себе лунку. Да, желчку не забрасывал. Он руками будет ловить. Да хватит, давай. Что, есть что ли? А-а-а. Что там? Я знаю, кто там, мне да кажется. Да, там шляпка. Подлещик. Подлещик, ребята. Что происходит вообще в этом мире? Наплевал, что ли, тут? Ну, плюй сюда давай. По-рыхлому. Пятихатка. Пятихатка. Здравствуйте. Здравствуйте.
Мы в игре. Нормально? Да. Все, встал. Встал? Да. Ничего страшного. А я не вижу, где он. Сейчас мы его достанем. Макс ныряет. Все, ушел. Ушел, да? Да, ушел. Охренеть. Блин. У тебя это, крючок. Зацепился. Ребята, это, конечно, было очень круто. Я просто смотрю, у меня резко улетает удочка вниз туда. Я ее случайно успеваю схватить. И вот. Это мандатор какая-то. Да не-не-не, там что-то прикольное было. Есть. Ребят, первый мой. Вот он. Есть. Ух ты. Охренеть. О. Вниз пошел. Да. Офигенный. Офигенный, ребята. Вот он. Вот это подлещик. Это уже даже лещ. Вот, буквально хотел взять камеру. Утро, да, смотрю, у Макса прям подъем. Не там, где вы подумали. Ну, поплывки. Макса подъем. Короче, подсек, и рыбку поймали. Ребят, ну что, ночь. Ночью я спать. Просидел я где-то до 20, наверное, вообще не мог смотреть на поплавки. Я уже клевал носом. В принципе, что, в 2:20 я где-то лег спать. И все. И ушел в глубочайший сон просто. Ребят, кстати, вот так мы спим. То есть, в принципе, места нам хватает. Ну что, будем продолжать ловить. Традиционная яичница от шефа Ивлева. Это красота. Необычная погода. Сказочно прекрасная. Небольшой ветерок, но солнышко сегодня будет опять припекать, я думаю. И посмотрим, что будет с клевом. Потому что вчера, конечно, рыбалка была интересная. Рыба. Белая рыба категорически не клевала. Клевали только окуни. И все как бы. На всех глубинах. Добавили лучок. Ё-моё. Вот это бомба, Макс. Ты сейчас добавишь чуть-чуть вина, да, и так подожжешь. Не, сейчас мы
мотыля немножко. Мотыля? Кормового. Кормового сейчас добавим. Какую-нибудь прикормку еще. О, у тебя там была дунаевская, сто поклевок. Она как раз уже вяленая. На эту опять. Я дозорный. Макс готовит, а я смотрю. Если не Макс, уже две рыбы поймал на его удочку. Знаешь, чтобы свести... О, это прям поклевка. Это прям, я тебе говорю, это густера. Опа. Вот, видишь, у тебя даже собственный оператор есть. Ух, вытаскиваешь ты его прям. Да я хочу это... Пожесть, я хочу поесть. Яичницу хочу сделать. Густерка, я тебе говорю. Это мелочевая. Густерка, либо ёршик. Либо ёршик, мне кажется. Ну, мне кажется, густера, потому что начала она проклевываться. Ага. Опа! Мимо пошел. Вообще рота. Мимо рота. Окунь. Опять пришел опыт. Достать, да. Да, достану. Давай. Это процесс. Так. Сейчас мы проведем операцию. Берем вот так вот. И по лесочке ведем внутрь. И вытаскиваем крючочек. Очень удобно. Ух ты, ё-моё. Тут запеканочка, что ли, будет сегодня? Ну, это сегодня экспериментальная? На экспериментальной кухне. Запеканка с луком и сосисками. Чё, сейчас, наверное, поедим. Если рыба не проклюнется, а она не проклюнется, потому что это видеоблог «Две хаски», то попробуем поискать ее. Попробуем, может, половить на мели что-нибудь. Так, душу отвести, знаете, там бывает, сидишь такой, ждешь, и думаешь, а, ладно, пойду хоть по клевке посмотрю, и пошел какой-нибудь на меляк, и там тоже. А, класс. Сделал сосиски сам, да? Сам? Конечно. Из окуней, которых вчера поймал? Сосиски из окуней. В общем, ребят, приятного нам аппетита. Вам тоже приятного аппетита. Или приятного, что там может быть, секса. Прикольный такой окунярт. Что? У тебя опять подлещики с полосатой болезни? Развязалась и куда упала? Блин, бедный окунь, Макс. Друзья, коллеги. Гуляем. Гуляем. Хаски на прогулке. Отличный такой тротуар тут закатали. Да, тут вообще просто... Где вообще кайф, мне кажется. Магистраль. Решили, вон, там мы сидели, прогуляться, так как хочется белой рыбы. И вообще водоем для нас новый. Да, посмотреть. Водоем охота посмотреть. И вот идем к палаточному городку, вон туда. Не знаю, видно, не видно вам, но он там. Я вам честно скажу. Природа здесь, конечно, да, вот сюда хочется ехать. Тут какая-то дикая, вот это, да, есть. Чувствую, нотка. Да, далеко, да, тишина. Ночью я, к сожалению, не могу это передать на камере. Была фантастическая луна. Можно было выйти на улицу, и я видел свою тень на льду. Небо звездное, очень красиво. Что могу сказать? Удачи!
Офигеть. Короче, ребят, вернулись с гулянки, а тут рыба подошла, видимо, как. Я оставил одну удочку. Слушай, такой подлечик. О, нормал. У него там, он может там плавать у тебя. Короче, ребят, зря ходили. Рыба у нас тут, оказывается, стоит. Рыбка клюет. Сейчас будем ловить. Ребята, не прошло и секунд 40, а у Макса вторая поклевка. Ну вот, поменьше. Клюет. Слушайте, ребят. Опять там у тебя что-то? Что-то сидит нормально. Охренеть давит. Да ладно. Да. Мне кажется, я его забагрил. Потому что, если он там так упирается. Ничего такого. Я вот эти твои лещи. О, ребята! У меня такие маленькие клюют. Это ты отчасти. Юра навалил. Ну смотри, все в прикормке. Все в кормовом. Мотыле. Смотри, он весь просто у него. Из него прям прет. Охренеть вообще, ребят! Что, немного поклевало? Завариваем макарошек. Вот, сейчас заварим тушенбе. И что мы делаем? Будем потихоньку собираться. Да, и будем собираться потихоньку. Эх, красота! Дай мне еды. Все? О. Ну все, 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 все. Приятного аппетита. Я поднимаю эту вилочку за вас. И ложечку тоже. И ложечку. Ой, вкусно. Огонь. Ну что, друзья, вот такая рыбалка у нас получилась, как я экспрессивно начал. Так что не оставайтесь с нами, не переключайтесь. Ну а если в целом, то вот такая вот она у нас получилась. Безобидная и простая. Вон Макс машет Бобику. В общем, рыбу подержали на леске. Эмоции получили, адреналин в кровь попал, хоть и немножечко. Но все-таки, да? Очень круто. Да, крутая очень рыбалка. Так что оставайтесь с нами. Да, не переключайтесь. Делайте как мы, а лучше.